Я вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до вебінару People First Club. У мене сьогодні три прекрасні гості, і ми будемо говорити про перемовини в рекрутингу. А ще ми насправді дуже-дуже чекали цього моменту, коли ми зможемо знову закликати на найголовніший курс по IT-рекрутингу з командою VP Team. І, власне, 23 листопада ми вже стартуємо, і у нас вже починає збиратися крута група. Тому, хто хоче навчатися і надалі, приєднуйтесь до навчання. Сьогодні буде 1,5 години краси, контенту, цінності, але найголовніше, мені б дуже хотілося, щоб кожен з вас мав можливість задати запитання, тому що, по факту, у нас збирається прекрасна спільнота тут, в Зумі. Я вже бачив більше 100 учасників, які приєднуються наживо, і це круто. Це означає, що ми зможемо обмінятися досвідом і ще й вашим. Будь ласка, якщо ви є в чаті, давайте почнемо з суперпростої вправи. Напишіть, з якого ви міста сьогодні, бо у нас є, як мінімум, одна красива картинка на фоні сьогодні у Віки. Але чекайте, це спойлер, давайте подивимося, хто у нас, хто де. Так, о, вже привіт пішли. Київ, Львів, Лісабон, прекрасно. Тель-Авів, Вінниця, Мінськ, Черкаси, Франківськ, Дніпро, Австрія, Вроцлав, прекрасно. Так, Білград, шикарно. Люди ще приєднуються, буду додавати всіх з вейтінг-руму. Чехія, Краків, Катовіце, Єгипет. Ой, заздрю. Київ, Івано-Франківськ, Дніпро, прекрасно. Нас так, зіберемо когось з іншого континенту. Мені просто цікаво, чи вийде зібрати. Чернівці, прекрасно. Київ. Клас, Молдова, Цюріх, Дюссельдорф. Ну, Європу, мені здається, ми вже всю покрили. Болгарія, клас. Друзі, ви супер, я вже бачу активність в чаті, вона того вартує. Бельгія. Прекрасно. Дуже-дуже рада бачити. Бачу, що десь навіть хтось приєднується з камерами. Хотіла сказати, що одразу. Кожного разу на вебінарах клубу таке питання є, тому мушу сказати, особливо з тим, хто приєднується зараз з України, у кого є перебої з електроенергією, не переживайте. Запис і презентація завтра буде у вас і на нашому YouTube People First Club. Додам його зараз теж в чат. Бачу, що вже майже всі приєдналися, і я можу передати слово прекрасним дівчатам, прекрасним команді VP Team, яка сьогодні веде цей вебінар. Віка, тобі слово. Дякую, Доженечка. Всім привіт, дуже дякую. Да, я сьогодні з Назаре, видите, у нас там 20-метрові волни, як сьогодні обіцяли. Отсюда, звісно, не дуже видно, але в цілому волни реально огромні, тому я прямо хотіла вас воодушевити цим видом і тим, що робота рекрутера, к щастю, дозволяє працювати откуда угодно. Вот, тому якщо ви вдруг ще не працюєте откуда угодно, знайте, що ви можете. Як це? Боженька розрішає і благословляє. Я теж вместе з ним. Хорошо, сьогодні у нас, да, вебінар. Мы подготовили максимально полезного такого контента, очень практичного, никакой воды, все из личного опыта. А с нами, ну, есть я, есть Марина Хомич, наш Head of Recruitment, вот, и наше все. Кстати, дева. Многие из вас знают, что я стебусь над девами, но тут еще только мужиков. Женщины, девы прекрасные. И Саша, скажите, пожалуйста, только российскую воду зараз цей вебинар? Ну, мы будем разговаривать с Мариной российскую, ну, больше, а Саша будет разговаривать украинскую, так. На жаль, дякую. Сорян, так є. Наразі. Хорошо. Значить, тогда Марина Head of Recruitment і Саша Мукобіна, один з наших лучших рекрутерів. Саша з нами працює, я вже не пам'ятаю. Скажу, ощущение, що вічність, да, так, мінус 4-5. Саша просто рекрутер огонь, він теж підготував для вас полезний контент. Хорошо, тогда можемо починати зараз і продовжимо. Давай, Маришка, решай. Да, всім привіт, я зараз задемонструю екран. Видно ли мой экран? Да, видно. Все хорошо. Угу. Здорово. Тогда рада всех видеть и читать. Из разных мест люди подключились. Всем привет из Нидерландов. Мы тоже из разных мест будем сегодня транслировать свою презентацию. Ну, давайте... По традиции пару слов о нас. Начну с Вики. Вика – фаундер VP Team, и на рынке рекрутинга уже больше 20 лет.
знает все, знает всех, и как раз-таки одна из наших радостных новостей, что вот на прошлой неделе, собственно, выпустили продукт, который придумала Вика сама, вот, так что сейчас не просто фаундер VP Team, а еще и фаундер стартапа Senior Match. Да. Теперь я знаю стартаперскую боль, да. Спасибо, да-да-да. Я, в общем-то, тоже руковожу рекрутингом VP Team, провожу тренинги внутрикомандные и корпоративные тренинги, занимаюсь карьерным консультированием, сейчас консультации делаю за донаты. Мы сотрудничаем с фондами, точнее, сотрудничаем, мы работаем вместе с фондами и донатим на фонд Кола и на ЗСУ, и с волонтерскими сообществами, поэтому это сейчас, в общем, донаты — это одно из направлений VP Team, в котором мы очень тоже сильно стараемся делать свой вклад. И Саша Мукамел — это наш третий участник нашей сегодняшней презентации. Саша с нами с февраля 2022 года, то есть Саша присоединилась, скажем так, в бурное время, но супер результативный рекрутер, и как раз-таки вот Саша сегодня подготовила последнюю, третью часть нашей презентации про коммуникации с клиентами и кандидатами. И, в общем-то, я заинтродюшу, почему мы Сашу, в общем-то, пригласили поучаствовать в нашем вебинаре, потому что мы это сделали тоже не просто так. О чем мы сегодня хотим поговорить? О том, что какие факторы влияют на эффективность переговоров, как адаптировать свою коммуникацию под то, как ведет себя на переговорах собеседник для того, чтобы достигнуть максимального результата. И, конечно же, поговорим о практике. То есть все, что мы будем рассказывать, будем иллюстрировать примерами из нашей собственной практики, как мы делаем на переговорах. В общем-то, наша вся практика – это переговоры с клиентами, которые мы ведем, когда берем там позиции в работу. Это переговоры с кандидатами, когда мы им предлагаем вакансии. Поэтому сегодня будет наша презентация с двух направлений – это клиенты и кандидаты. Для вас это будет важно, наверное, независимо от того, работаете ли вы как внутренний рекрутер или внешний фрилансер, или тоже представитель агентства, как и мы, поскольку коммуникация с клиентами – это такая часть, которая присутствует и в внутреннем корпоративном рекрутинге, поскольку ваши нанимающие менеджеры – это тоже ваши клиенты. И, соответственно, на них оплаются все те же правила, что и переговоры с внешними клиентами. То есть с ними точно так же нужно строить отношения, с ними точно так же нужно знакомиться, нужно понимать их бэкграунд, точно так же завоевывать свой собственный авторитет. Поэтому как бы не смотрите на то, что мы как бы рассказываем с перспективы агентства, с точки зрения внутреннего рекрутинга, это тоже релевантно. Да, я хочу сказать спасибо, Мариша. Я хочу еще добавить, что если вы сейчас работаете во внутреннем рекрутинге, но как бы не исключено того, что вы можете пойти во внешний и потом вернуться, вам в любом случае везде навыки переговоров пригодятся. Что, как правильно Марина заметила, и там надо продавать, ну, себя и свою деятельность, да, свою пользу, скажем так. И когда я работала в внутреннем рекрутменте, построение отношений с hiring менеджером были такой же важной задачей. Поэтому, в принципе, переговоров абсолютно равноценные, ну, в обеих отраслях, внутренний и внешний. Все. С чего начнем? С того, что любую коммуникацию, которая у вас происходит, независимо от того, с клиентом ли или с кандидатом, нужно воспринимать как переговорный процесс. А переговоры – это закрытие своей потребности через потребность оппонента. То есть мы заходим в переговоры с разных точек. У нас, скажем, с собеседником есть разные цели у этих переговоров. Точнее, у нас есть разные потребности, но цель у нас, в общем-то, одна. То есть закрыть свою потребность через то, что нужно нашему собеседнику. И из этого, собственно, вытекают ключевые принципы переговоров.
Надо помнить, что у оппонента всегда есть потребность, иначе он бы не пришел на коммуникацию с нами. То есть если человек уже согласился на переговоры, согласился на коммуникацию, значит, ну, у него есть какая-то цель. И обычно, скажем, кандидат, когда соглашается пообщаться, даже несмотря на то, что, например, мы его хантим и мы его уговариваем перейти в нашу компанию, он как будто бы не заинтересован и говорит, я вообще не, ну, как бы не рассматриваю предложение, но почему-то он приходит к нам на интервью. Это значит, что, ну, то есть это не просто так, люди не тратят свое время, ну, как бы просто так впустую. Если человек к нам пришел, значит, у него есть какой-то интерес. Наша задача — это не угадывать, какой у него интерес. Там, если он пришел ко мне поговорить, это значит, может быть, ему интересна моя вакансия, может быть, ему интересна моя компания, может быть, ему интересно, там, не знаю, срез узнать по рынку, сколько какая компания предлагает. Может, он хочет получить оффер, чтобы поднять там зарплату на своем текущем рабочем месте. Ну, то есть любое из этих предположений может быть верным, но для того, чтобы добиться цели переговоров и закрыть свою собственную потребность, важно понять, что нужно нашему собеседнику, и не угадывая, а именно задавая Быстро. Вопросы. Да, да. И, собственно, всегда можно использовать потребность оппонента для достижения своей цели, то есть исходя из того, что нужно человеку, можно достигнуть с ним договоренностей и как бы закрыть свою потребность через его. То есть, когда к нам приходит клиент, ему, как правило, там, не знаю, нужно закрыть, точнее, когда приходит клиент, ему не всегда нужно закрыть вакансию, ему надо решить какую-то бизнес-задачу. И как бы наш интерес, например, как рекрутера в том, чтобы, ну, наш интерес, например, как агентство в том, чтобы эта потребность была решена, например, путем найма. То есть, что человек или клиент захочет закрыть вакансию вместе с нами. Но когда вы работаете во внутреннем рекрутинге, и мы поговорим об этом более подробно на нашем курсе, там будет целая лекция, посвящена коммуникации с клиентом, то закрыть бизнес-потребность на самом деле можно очень многими способами. То есть это не обязательно. То есть если человеку, если там руководителю нужно решить какую-то бизнес-задачу в своем отделе, это не значит обязательно, что нам надо там, броситься открывать вакансию, там, снимать с него требования и так далее. Очень часто можно закрыть вот эту потребность другими способами. Мы тоже у себя в агентстве сейчас это практикуем. То есть мы не, ну, то есть не просто как работаем с активным поиском. У нас есть ряд услуг, с помощью которых мы пытаемся закрыть вот эту одну единственную бизнес-потребность, с которой приходит клиент, но вариантов для ее закрытия может быть очень много, и это не всегда напрямую рекрутинг. Закрытие вакансий, да. Ну и задача ваша, как рекрутеров, это полностью немножко проконсультировать таким образом клиента, неважно, вашего внешнего или внутреннего, чтобы он решил потребность. То есть ваша задача не напарить ему открытие вакансии обязательно, а ваша задача его понять, в чем у него потребность, и посмотреть, какими методами и способами он может эту потребность закрыть. Потому что бывало такое, что к нам приходили клиенты, они нам рассказывали, мы говорили, знаете, вы с этим можете справиться сами с помощью таких и таких инструментов. Или вам нужно вообще, ну, как бы пойти к другим ребятам, да, например, там приходит с каким-то, ну, не знаю, жестко гейминговым вакансиям, мы их сразу всех говорим, ребята, вам к Тане Локтионовой, она по геймингу, values, value, пожалуйста, да, то есть у нас никогда не было задачи и никогда не будет задачи, пока я жива, кому-то что-то отправить. Вот, я уверена, что даже если я буду жива, то же самое будет делать и Марина, но в целом ваша задача всегда, когда к вам кто-то обращается с какой-то просьбой, это не сделать, ну, скажем так, самое легкое и выгодное для вас, а сделать так, чтобы помочь человеку решить эту задачу. Вот. Спасибо. Дальше продолжаем. Да, и, в общем-то, одной из самых важных частей, как мне кажется, в переговорах является подготовка к ним. Ну, подготовка к любому процессу значительно его упрощает. То есть чем больше ты проводишь времени в подготовке, тем меньше потом геморрой для тебя будет в процессе. Поэтому
Тут я бы хотела остановиться и рассказать, как мы готовимся к переговорам с клиентами. То есть, в общем, основная мысль такая, что к любым переговорам, неважно, переговоры это с кандидатом или переговоры это с клиентом, к любым переговорам нужно готовиться. И как мы готовимся, например, к переговорам с клиентами? Во-первых, у нас есть список критериев, по которым мы клиентов выбираем. То есть критериев, которые ему важны, которые нам важны, это разные критерии, исходя из наших там, финансовых планов, бизнес-девелопмент-плана, плана загрузки рекрутеров. Очень-очень-очень разные критерии, но тем не менее. Мы анализируем всегда перед переговорами компанию по этим критериям. Мы смотрим ее сайт, смотрим ее миссию, ценности, состав команды, в каких странах у компании есть офисы, какие вакансии у них открыты. Смотрим количество сотрудников на LinkedIn. Если мы разговариваем со стартапом, то мы обязательно смотрим на Crunchbase, сколько они инвестиций подняли, на каком они раунде, от кого эти инвестиции и так далее. Все это помогает нам подготовиться к переговорному процессу таким образом, что мы входим в него уже как будто бы знакомые с нашим собеседником. И, соответственно, с самого начала мы можем, во-первых, мы можем расположиться к себе и сказать, что привет, мы посмотрели ваш сайт, у вас очень красивый сайт, или там мы знаем... Это реально красивый сайт, то есть мы, опять же, не говорим то, что мы не думаем. Но у нас как бы, если нам реально понравился клиент, а понравились какие-то отзывы, клиент, вообще нам что-то понравилось, вообще я рекомендую всегда говорить людям то, что вам в них понравилось, потому что это просто нормальная человеческая коммуникация. Не общаться с лицом гладильной доски, вот, а как бы быть живыми людьми и говорить, вот если вам понравилось что-то, а вот если вызывает вопросы, то то-то. У нас все переговоры, даже самые первые, когда, ну, почему-то считается, что первые переговоры должны там как-то отмороженно общаться, я с этим в корне не согласна, у нас все переговоры абсолютно живые, мы сразу говорим, вот смотрите, мы вас прочитали, о вас это, нам это интересно, а тут у нас возникли вопросы, ну, то есть мы сразу как бы с клиентом общаемся на равных, и то, что точно так же во внутреннем рекрутменте, вам нужно с клиентом общаться на равных. То есть это не позиция, что вы рекрутер снизу. Ваша позиция должна быть в любой коммуникации, что вы рекрутер-партнер. Понятно, что для этого надо много знать и уметь, и главное быть полезным, а для этого много знать и уметь. Вот, соответственно, то есть когда клиент любой, внешний или внутренний, видит от вас пользу и видит, то есть вот, просто живой пример. Позавчера на веб-саммите подходит к нам, ну, мне там друг заинтродюсил потенциальному клиенту. Я говорю, какая у тебя, ну, с чем сейчас ты, в чем проблема? Он говорит, ну, вот я там думаю, где нанимать в Европе, в какой стране, а где нанимать таких людей, где таких на людей. Вот. Я говорю, хорошо. И я ему просто села и на час разложила все ему, плюсы и минусы найма, где, какие, что. Вот я ему вообще, я ему не рисовала наши условия, там ничего. То есть вообще я просто его помогла где-то решить, провела для него опрос. Ну, в общем, короче, я помогла просто человеку, да. Вот. И таких переговоров большинство. То есть если вы рекрутер, неважно, ну, хорошо, внутренние там есть свои нюансы, у вас все-таки есть вакансии, которые вы обязаны закрывать, но тем не менее, главное, о чем вы должны помнить в коммуникации с другими людьми, это о том, как вы с помощью ваших умений, знаний, навыков можете помочь решить их потребность. Вот это самое основное, потому что все люди хотят иметь дело с людьми, которые им помогают. Никто не хочет иметь дело с людьми, которым кто-то что-то напаривает. Никто. Вот. Да. Тут, якщо можна, ще класне питання від Ігоря, я бачу в чаті, його тут доречно буде задати. Вік, Марин, скажіть, будь ласка, як швидко перевірити нового клієнта на предмет адекватності, якщо це маленька невідома компанія з ЄС і США, і про них таких сліду цифрового ще дуже мало? Ну, якщо мало, ну, я тут почну, Маріша, продовжиться. Якщо великого цифрового сліду немає, вот, и нет никаких рекомендаций, то только по большому счету встретиться и поговорить и опираться на свои ощущения. Но мы всегда смотрим отзывы, ну, понятно, если компания присутствует в Украине, то надо отзывы обязательно, на Glassdoor смотрим отзывы, а Марина еще там даст ресурсы, которые мы тоже смотрим. Вот, если вообще никакого цифрового следа нема, и их вам не рекомендовали, не через кого проверить, а просто, не знаю, компания вам написала так в холодную, то тогда только, если никого, то тогда только поговорить и понять, будете с ними общаться или нет. А, ну, я имею в виду ваши внутренние ощущения, ну, потому что никак по-другому. Мариш, может, ты дополнишь меня тут? Ну, я на самом деле тоже
согласна с тобой, дополнить нечего, что если действительно ничего нельзя найти в интернете, то... Но это, как минимум, не знаю, меня это настораживает, потому что либо это самая ранняя стадия, мы тоже работали, например, с одним стартапом, закрывали для одного стартапа вакансию в начале года, это был первый разработчик у них, то есть про них действительно нигде еще ничего, как это сказать, не было написано, но это был, они пришли, это один из основателей был Викин знакомый, поэтому мы знали, что это за компания. А так тоже была бы похожая ситуация. Но я тут тоже ничего не могу сказать, кроме того, что сказала Вика. Что классный комментар ще від Тані в чаті, що можна подивитися на Тара Крудфаундера, подивитися, що перед тим робили, якщо це навіть вже не тільки перша компанія, про кар'єру людей, які до вас постукали. Да, это классный совет, трек можно проверить, но не всегда, бывает так, мы об этом тоже расскажем, не знаю, как мы влезем в полтора часа со всем, что мы хотим сказать, но хочу сказать, что фаундер — это не главный человек будет в найме, поверьте. Третий, у нас было столько кейсов, когда фаундеры и CLO были суперкрутыми и классными людьми, а хайринг-менеджеры, простите, просто редкие мудаки. Поэтому трек-рейтинг фаундеров может проверить только, ну, то есть только фаундеров, но работать вам, возможно, придется не с фаундерами, поэтому, и чаще всего не с фаундерами, поэтому на это тоже обращайте внимание, мы об этом расскажем, но сейчас я кратко сделаю краткую такую, как это, заметку, что мы не подписываем договор с компанией до дипдайва. Дипдайв — это когда мы уже полностью, ну, детально обсуждаем вакансию. Именно по этой причине, что у нас было два кейса, когда мы начали работать с фаундерами и с C-левелом, а хайринг-менеджер оказался такой, что не дай бог. Поэтому пока мы не увидим хайринг-менеджера, ничего не подписываем. Вот, ну, это во внешнем рекрутинге, во внутреннем по-другому, немножко в том смысле, что вы непосредственно общаетесь с теми хайринг-менеджерами, которых вы нанимаете, но во внешнем я бы рекомендовала вот этот вариант, потому что хайринг-менеджер вообще не равно. Я понимаю, что кажется, что, ну как, если фаундеры вменяемые, хайринг-менеджеры могут быть нормальными, вообще нет прямой корреляции. За 20 лет вообще. Извините, продолжаем, просто меня это наболело. Мудаков хватает, да? Да, что я тут еще к первому пункту хотела сказать, что, например, в случае стартапов, если, ну, тоже мы смотрим инвестиции и всегда говорим, о, вы такие молодцы, там, класс, на таком раннем раунде, скажем, подняли там 10 миллионов инвестиций, у нас был такой клиент, и даже если эта информация, например, на Crunchbase уже устарела, то собеседник даст вам актуальную, то есть они скажут, например, о, а мы уже там, типа, еще подняли раунд в 5, или, а у нас уже не seed, а A-стадия, ну, в общем, это еще такой зацепка для того, чтобы, ну, как бы выяснить больше информации, которая для вас важна. Поэтому вот этот предварительный анализ очень важен. Я еще хотела добавить, Мария, что ты сказала вначале про ценности и миссию. Про ценности и миссию мы не читаем бла-бла на сайте, да, а мы смотрим отзывы и смотрим, как эти ценности и миссия реализованы в ответах компании на вопросы кандидатов. Потому что вот все вот эти бла-бла ценности сразу видны по тому, как компания отвечает на какие-то неудобные вопросы кандидатов на внешних ресурсах. Вот Марина это имела в виду, а не на то, что там... То, что написано на сайте. На сайте, знаете, как на заборе написано, поэтому надо все проверять. Ну да, на сайтах эта информация, как это сказать, очень всегда у всех дженерик, скажем, практически всегда одинаково. Помимо информации компании, мы также смотрим профили тех, с кем нам предстоит общаться непосредственно, там, если это фаундеры, это фаундеры, если это директора, то директора, иногда это просто нанимающие менеджеры приходят к нам на первое знакомство, иногда рекрутеры, HR. То есть тут тоже важно смотреть, есть ли у вас что-то общее с собеседником, есть ли какие-то общие темы, за которые вы можете зацепиться. У нас Вика в этом профи на всех переговорах. Я просто вижу и чувствую людей, да, очень быстро. Но еще важно, понимаете, вот если вы, давайте так скажу, если вы внешний рекрутер, я бы все-таки рекомендовала вам работать с компаниями, которые у вас вызывают внутреннее ощущение такой приятности. Вот мы, например, не любим работать с большим энтерпрайзом, и мы с ним не работаем. Мне неинтересно, мне скучно, мне нудно. Я не хочу работать с теми, с кем не нудно. Наш профиль — это небольшие продуктовые компании, которые как бы делают классный продукт, они быстро и так далее. Но есть при этом люди, которые могут работать и любят работать с большим интерпрайзом. Чудесно. Значит, это ваш клиент, да? Вот. А поэтому и то, что вот Марина говорит, проверка профилей в том числе, я вообще смотрю на человека и понимаю, я буду хотеть с ним работать или не хотеть. Вот у меня нет таких денег,
ну, как бы для меня нет такого, чтобы мне кто-то заплатил столько, чтобы я работала нехотя. Нету таких денег, даже миллион нету. Вот, поэтому как бы, но вы тоже на это смотрите. Понятно, что у каждого свои принципы, я ни в коем случае не навязываю ваши, но смотрите, насколько то, что пишут люди о себе, вам откликается, потому что вам с этими людьми работать месяц, два, три, не знаю, год, сколько там получится, годы, вот, и это очень важно, чтобы вас от них не выворачивало, простите, а такое бывает, и я часто встречаю такое, ко мне приходит внешний рекрутер и говорит: Вика, я не могу, я его ненавижу, но он мне платит, вы так просто долго не потянете, серьезно, ну, организм даст вам такую психосоматику, что все деньги пойдут на лечение, да, давай дальше. И давай, внутренние, кстати, тоже, сейчас скажу, это важно, потому что для внутренних рекрутеров тоже, если вы не можете найти язык с внутренним менеджером, по разным причинам это бывает, если вы уже, правда, вообще все попробовали и никак, а вы можете пойти к вашему руководителю, или, ну, чтобы он помог эскалировать вам на верхний уровень, но бывает так, что люди ведут себя как мунтики, такое бывает, я же работала в найме, я знаю, как это случается, вот, а вы можете доэскалировать и попросить как-то решить вопрос по-другому, но очень важно не терпеть, я не про то, что вы ни хрена не сделали и сказали там про кого-то, что он мудак. Я про то, что вы действительно там приняли все усилия, вот, и так, и человек просто, ну, ведет себя, скажем, неподобающим образом, то, пожалуйста, эскалируйте, приходите к вашим менеджерам и просите помочь решить ваши вопросы. Вот. Еще я тут хотела обратить внимание на то, что важно анализировать репутацию компании, но мы уже об этом сказали, что мы смотрим и ревью там на Доу, и смотрим Glassdoor, и отзывы на Clutch. Ну, на Clutch там аутсорс, мы с ним практически не работаем, но тем не менее, если вы работаете с крупными сервисными компаниями, то вот Clutch вам даст понимание о том, насколько это как бы интересная компания. Если компания разрабатывает продукт, мы смотрим отзывы также и о продукте, потому что нам, как рекрутерам, это даст понимание о том, насколько легко или нелегко хантить на этот продукт, потому что если отзывы так себе, то, соответственно, наверное, люди не очень захотят с этим продуктом работать. И еще есть такой классный ресурс, но для тех, кто работает с зарубежными рынками, Team Blind называется... Условно его называют blind.com, но полное название сайта teamblind.com. Очень рекомендую, прикольный ресурс, там можно посмотреть какие-то, там люди пишут анонимные отзывы о разных работодателях, можно посмотреть, где у кого что происходит, у кого сокращения. Вот я на выходных читала, что там Stripe и вроде как готовится к лей-оффам. Ну, по крайней мере, люди, это все слухи рынка, но тем не менее. Была новость о том, что Amazon тихонечко тоже начинает сокращение. То есть они нигде не анонсируют, но сообщения сотрудников в сети появляются о том, что те, кто недавно присоединился, их сокращают. В общем, все это вам позволит как бы прийти на переговоры уже с... готовыми вопросами к своему собеседнику, и вы, ну, будете понимать. Точно так же это работает как и с клиентами, точно так же это работает и с кандидатами. То есть если вы посмотрите, например, компанию, скажем, компанию, в которой сейчас работает кандидат, тоже можно проверить, как у них идут дела, и опять же очень важно проверять, что кандидат говорит, почему он там хочет покинуть компанию, рассматривает альтернативные варианты. И тоже очень важно проверять его слова. Например, не знаю, кандидат говорит, что я хочу уйти, потому что там компания там полгода не платит зарплату или не выполняет свои обязательства, а вы там смотрите в интернете, что там у компании хорошие отзывы, никто ни один отзыв за полгода там плохой не написал, тут сразу появляются вопросики, которые очень релевантно кандидату задать. Ну, как бы, почему нет нигде отзывов? Или что такое... компания делает, что там она долго вам не платит, а вы остаетесь там работать. В общем, для... это я все к тому, что для любых переговоров важно проверять этот бэкграунд. Надо перепроверять, да. Помимо этого всего, мы готовим варианты результатов, которые нас устроят. Устроят не так сильно, но все же, да, и минимум, на который мы согласны. Ну, то есть у нас уже это выработанная практика, как бы мы... много переговоров провели, много контрактов занегашиэтили, и у нас, условно говоря, есть, скажем, уровни готовности вступать в сотрудничество. То есть мы приблизительно понимаем до переговоров, на какие условия там, мы готовы пойти, там, на какие нет. И анализируем свою экспертизу.
Для нас это значит, что когда к нам стучится новый клиент, мы всегда перепроверяем, какие вакансии у них открыты на сайте. Даже если клиент, например, не пишет, какую вакансию он с нами хочет закрывать, мы всегда это перепроверяем для того, чтобы, ну, во-первых, для того, чтобы там предметно подойти к переговорам, и когда мы будем уже на встрече, сказать, что мы посмотрели, у вас на сайте такие-то вакансии открыты. Опять же, это дает нам выбор, например, мы не беремся сразу закрывать все вакансии, мы всегда стартуем с одной или там двух для того, чтобы понять, сработаемся или не сработаемся, если это новый клиент. И в таком случае это дает нам выбор, возможно, тех позиций, над которыми будем работать мы. Если их несколько, иногда клиент присылает вакансию заранее, то есть он пишет, я бы хотел, чтобы вы мне помогли в закрытии такой-то позиции. В этом случае мы смотрим, закрывали ли мы такие вакансии в прошлом, смотрим статистику, то есть у нас всегда после каждой вакансии мы сохраняем описание всего процесса, то есть сколько мы работали над этой позицией, какие были там требования у клиента, как он отсеивал кандидатов, как реагировали кандидаты на предложение, что их заинтересовало, что их, например, отпугивало, фиксируем, в каких локациях мы искали, фиксируем зарплатные ожидания кандидатов. То есть, ну вот, после каждой закрытой позиции. Соответственно, когда к нам приходит какая-то похожая позиция, мы открываем этот документ, и мы можем уже прийти к клиенту навстречу с готовой аналитикой. То есть мы его можем проконсультировать по тому, на каких рынках ему лучше искать таких специалистов, сколько это будет ему стоить, сколько это времени займет. И, например, если у него есть какие-то там специфические требования по скиллсету, мы можем сразу сказать, что таких вы будете искать долго, и, например, это требование надо, ну, то есть извинить, то есть подсказать клиенту, как, что он должен делать со своей вакансией, с требованиями, чтобы он все-таки нашел. Это точно так же касается внутренних рекрутеров. Вы сохраняете статистику, аналитику по вакансии. Соответственно, когда вам приходит там project, whatever, как он у вас называется, с другого отдела, с другого там, не знаю, департамента, вы точно так же можете ему подсказать. Сохранять статистику, такое самое-самое важное, очень важно. Тогда вы сразу людям можете помочь и дать им ту информацию, которая им поможет, ну, закрыть их потребности. Вот. Ну и, собственно, да, и вы еще при этом демонстрируете свою экспертность, что вы, ну, как бы не просто там от балды пришли навстречу, а как бы вы действительно знаете, о чем вы говорите. Соответственно, это тоже добавляет поинтов в переговорах. Mm-hmm. О, вот это важная штука. Помню, Вика, ты хотела что-то сказать про это. Ну, основной посыл, что смолтоки все-таки очень важны. Ну, я просто вкратце добавлю, я знаю, что я, честно говоря, очень долго вообще не любила смолтоки, но я не люблю вот эти вот такие сильно формальные, типа hi, how are you, fine, well, вот это все бла-бла-бла, ну, это надо просто понимать, что это другая культура, если вы в Штатах, это обязательная культура, там ты так со всеми общаешься, да, вот, а я хочу сказать, наверное, о смолтоках хорошее, что в любом случае, когда вы с клиентом первый раз видитесь, ну, я имею даже онлайн, да, то если он, ну, например, он с какой-то страны, в которой что-то сейчас происходит, и вы можете, у вас есть какая-то общая тема, которую вы можете обсудить, и именно происходит не обязательно плохое, это может быть хорошее, то есть, может быть, вообще там карнавал, а может быть, такой ужас, как у нас, может быть, война, да, и поэтому как бы тоже small talk — это не всегда вот этот бла-бла-бла, fine, how are you, да, это и в том числе какая-то общая тема, которая потенциально, ну, как бы беспокоит, что ли, вас обоих. Вот так, ну, или там не беспокоит, а интересует вас обоих. Вот, то есть такая, ну, то есть я к тому, что если вы что-то о клиенте прочитали, если вы знаете что-то особенное о месте, где он живет, ну, что-то интересное, что вам тоже откликается, я всегда буду делать акцент на то, чтобы вам тоже откликалось, чтобы вы не подходили ко всему вот этому формально, к такому, там, типа, я скажу это, он не даст это. Нет, так не работает, люди всегда чувствуют фальш. Если у вас есть что-то такое, да, погода — универсальный топик, но если знаешь, погода никакая, то и обсудить нечего, да. Вот, но в целом, я имею в виду, вот если вы находите в зависимости от клиента топик, который вам обоим интересен и может зацепить собеседника эмоционально, это всегда лучше. Вот, спасибо. Ну вот даже универсально там сегодня я в Назаре, да, я тут такие
потрясающие 20-метровые волны, я с кем-то общаюсь, мне спрашивают, там, где ты сейчас? Я говорю, я в Назаре, тут такие волны, и мы там начинаем обсуждать волны. Потому что мне эта тема тоже близка, мне нравится Назаре, а не потому что я приехала в Назаре, чтобы с кем-то что-то обсуждать специально волны. Вот, то есть с кем-то, когда у вас это, понятное дело, искренне. Все. С Викой круто в любые переговоры вступать, потому что она всегда находится... Я постоянно в каких-то ебенях, да. Да, Вика все время где-то находится, и это всегда есть тема для смолтока. То пальмы на фоне, то море, то еще что-то. И, ну, как бы клиенты всегда спрашивают, а где вы все? И тут нам всем есть что рассказать, потому что мы всегда находимся в разных локациях. И это, ну, на самом деле это важно. И... я сейчас тоже живу в Европе последние 2 года, и я понимаю, что просто на смолтоках держится все, и они, ну, как бы, смолточат просто везде, там, не знаю, в очереди к тебе придет, там, не знаю, сантехник или там мастер вчера интернет у нас устанавливал, и то это все равно, как бы, how are you? На этот вопрос есть только один правильный ответ — great. Ну да, если ты не хочешь там не с близким другом и не хочешь там в какой-то глубокий разговор вступать, то да, и, ну, как бы это тоже обязательно использовать в переговорах, потому что во время вот этого смолтока вы тоже можете выяснить какую-то там интересную или важную для вас информацию, или можете показать, что вы владеете какой-то информацией о вашем собеседнике, и что, соответственно, как бы сделает вас, ну, то есть сделает общение более теплым. Мы еще проговорим немножечко про культурные особенности, но для некоторых стран, у которых вот это доверие строится больше на межличностных отношениях, вот для них это вообще очень важно, ну, как бы насколько у вас будет такая теплая, приятная беседа. Да, еще хочу сказать сразу быстренько, если вы вдруг... короче, у вас есть возможность встретиться с клиентом лично, например, вы знаете, где находятся ваши клиенты, страны, или у вас там живет кто-то из ваших рекрутеров, или кто-то из вашей команды, вот, всегда находите возможность хотя бы раз в 3 месяца как-то попить вместе пиво и так далее. Опять же, не для того, чтобы что-то продать, да, а просто для того, чтобы если вам, вы выбираете клиентов по тому же принципу, что и я, да, что с вами, вам с ними приятно, интересно работать, просто личное общение – это всегда очень крутая штука, и то, что случается, ну, короче говоря, то, что происходит на личной химии, потом очень сильно влияет на, ну, на весь ваш процесс сотрудничества. Поэтому, ну, всегда находите возможность даже, я не знаю, сделать... Вы знаете, наверное, есть такое понятие roadshow в аутсорсинге, да, когда ты ездишь по клиентам, общаешься с ними, там, делаешь подарки и так далее. Вот, вот если у вас есть возможность там хотя бы раз в год запланировать такое roadshow, там, в зависимости от того, где у вас клиенты, это тоже классно. Для внутренних рутеров тоже касается, если вы едете куда-то в командировку, либо вы едете в какой-то город, где вы знаете, живет ваш клиент, и вы для этого клиента нанимаете, тоже, ну, я бы написала, ну, как бы написала там привет, там, типа, я вот такая, я тебя нанимаю, ну, обычно он помнит, кто ему нанимает, не важно, да, и можно увидеться, и тоже, поверьте, после этого все ваши вопросы, которые были затыками, перестанут быть затыками. Короче, личное общение вообще очень сильно решает. Все, давай дальше. Да. Присоединяюсь к этому. Здесь тоже хотела больше сконцентрироваться на том, что на переговоры влияет и наше внутреннее состояние, то есть то, в каком настроении мы входим в переговоры. Поэтому важно не воспринимать, например, деловые переговоры как что-то личное и понимать, что это определенная ролевая ситуация, в которой у вас есть роль, и это условно там не, как это сказать, не я, Марина Хомич, участвую в переговорах, там, не знаю, с клиентами, со стартапами, а Head of Recruiting Team, и, соответственно, все, что там, это, ну, то есть переговоры же не обязательно бывают там первыми приятными, приятным этим знакомством, это могут быть сложные переговоры, какой-то как бы непростой ситуации, это может быть конфликт. И, ну, очень важно не принимать на свой счет, а понимать, что у вас в этих переговорах есть определенная роль и определенная цель. И, соответственно, очень важно тоже не впадать в эмоции, особенно негативные, а помнить про ту цель, которую вы хотите добиться. И, ну, как бы, условно говоря, не реагировать лично, а реагировать, исходя из той роли, которую вы в переговорах представляете. Что касается подготовки к переговорам, даже к стрессовым, важно настраивать на себя, если не на победу, что я сейчас как бы договорюсь и получу самый там для себя желаемый результат.
Но как минимум на то, что любые переговоры, даже сложные, даже неприятные, даже конфликтные, это опыт. И опыт – это в любом случае плюс для вас, это еще одна, возможно, там, строчка в вашем резюме, это, возможно, еще один кейс, который вы сможете рассказать когда-то на интервью, что я умею решать такие-такие конфликтные ситуации. Поэтому как бы во всем нужно стараться видеть позитив и настраиваться на то, что даже сложные переговоры, они все равно принесут вам какой-то позитивный результат, как минимум это тот опыт, который вы получите во время их ведения. Поэтому важно сохранять спокойствие, важно сохранять безразличие, пусть даже внешнее, то есть такое делать... Хорошее безразличие, да, имеется в виду не вовлекаться сильно эмоционально, чтобы это не было больно для вас, чтобы вы понимали, допустим, что если у клиента есть какой-то вопрос, это не личная претензия к вам, и вы там чем-то провинились, да, а это есть какие-то, бывают разные вопросы, бывает, очень много возникает из-за мискоммуникейшн, это тоже важно, мы с вами вкратце расскажем, более подробно будем на курсе рассказывать, потому что мискоммуникейшн это основная вообще причина всех человеческих проблем. Я, ну, что-то сказал, меня не так поняли, я не прояснил, или там люди себе нафантазировали, вы же знаете, что мы все живем своими проекциями, поэтому очень важно прояснять, как нас поняли и достаточно ли той информации, которую вы дали, потому что когда мы все живем в своем контексте, который нам понятен, но когда мы общаемся с другим человеком, ему наш контекст так непонятен или не так понятен, поэтому вот это очень важно, чтобы, ну, люди тоже разные, клиенты тоже разные, кто-то там эмоционально может как-то стартануть, да, и я раньше очень болезненно на это реагировала, я тоже там эмоционально стартовала, вот, потом я думаю, так, ладно, вот, выдыхай, бобёр, короче говоря, да, чтобы, надо понимать, что в чем, ну, понять, в чем у клиента затык и помочь ему с этим разобраться, то есть не воспринимайте все на что-то прямо на себя капец лично, я сейчас не про то, что если вас оскорбляет, вам надо это терпеть, ни в коем случае, нет, разумеется, вот. Но я имею в виду, что если есть какая-то, вроде бы вы чувствуете, что это какое-то невзаимопонимание небольшое, то не воспринимайте лично, а пытайтесь разобраться в ситуации. Все, спасибо. И то, что вот я, например, тоже стараюсь говорить команде, что там на переговорах с клиентами, если вам говорить что-то, например, не знаю, что-то для вас новое или удивительное, не надо делать такие там глаза, о боже, или там, не знаю, пугаться, или там еще что-то такое, то есть вот именно в этом смысле важно, типа, важен покерфейс, потому что, ну, как бы эмоции иногда выдают, там клиент что-то говорит или что-то просит, ты так делаешь такое выражение лица, ну и сразу понятно, что там ты не в теме или там тебя пугает это как бы не на руку, желательно как бы оставаться просто как это, сидишь, улыбаешься и такой, окей, я погуглю это потом, о чем ты сейчас говоришь. Вот, и помните о том, что как бы в переговорах ну, как бы человек никогда ничего не делает просто так, и то, что нужно вам, никого не интересует, всегда нужно исходить из того, что нужно вашему собеседнику, ну, как бы, и играть на этом, потому что, как это, рекрутеры часто пишут, там, мне нужно закрыть вакансию, или я хочу закрыть вакансию, или у меня есть такая вакансия кандидата, ну, ему это не очень интересно, что да. У вас есть, ему интересно то, что для него есть у вас, поэтому да. В любых переговорах очень важно помнить о том, что как бы вам нужно общаться через то, что нужно вашему собеседнику. О, это мой любимый слайд. Презентации тут мы хотим сказать о том, что здорово в переговорах участвовать командой. На самом деле для лучшего достижения результата важно, чтобы, как это сказать, на той стороне с вами было по минимуму людей, потому что проще будет договориться. Но с вашей стороны, сила на вашей стороне, если вас будет несколько. Вот Вика тут очень здорово умеет жонглировать и оркестрировать благодаря своей эмпатии. Мы в переговорах участвуем, как правило, втроем. Вика, я и наш аккаунт-менеджер. У нас очень разные темпераменты, разные там, сильные стороны. И как бы Вика всегда очень чувствует клиента, ну, как бы какой он там. Ну, я расскажу, да, что давай. Было. Да, я расскажу. То есть, смотрите, на самом деле этой штуке меня научила Катя Остапчук, за что ей бесконечное спасибо. Это вообще моя подруга. В общем, она сначала была мой коуч-консультант, потом уже сильно сдружились, да. Вот. И то есть
на переговоры обычно люди приходят не одни, они, ну, с той стороны, да, со стороны клиента, например, там обычно приходят от 1 до 3 человек, ну, иногда один, но в целом от 1 до 3. А с вашей стороны тоже может быть разное количество, у нас это 3 человека, обычно, если кто-то там, ну, по каким-то причинам не может, понятно, ничего страшного, другие. Кстати, это важный момент, важно, чтобы все люди, которые у вас принимают участие в переговорах, могли друг друга заменить, то есть каждый человек, который участвует когда-либо в переговорах, должен знать всю информацию о вакансии, о процессе, который вы там продаете. Это касается внутреннего рекрутмента абсолютно так же. Вот, а то, что Марина, это фильм, знаете, наверное, The Good, The Bad, The Ugly, да, там хороший, плохой, злой, да, по-моему, mm-hmm. так называется. Вот, и, ну, мы как бы стебемся, кто меня читает, знает, что я там постоянно стебу дев, вот, а Марина у нас дева. На самом деле, я хочу, конечно, женщины-девы, огонь, не надо, в общем, да, и мы, в общем, переделали эту картинку под того, что я стрелец, Марина дева, а Ира наш телец, вот, и как это помогает, да, Марина очень системная, вот если попадается какой-то клиент, который там такой, знаете, вот любит там таблички, вот, дашборды, это прям сразу к Марине, да, если такой клиент типа меня, то ему там надо поговорить как-то вот эмоционально, там, узнать какую-то информацию интересную, то есть это больше такой клиент интереса, да, вот, и есть еще клиент, который такой, он такой приземленный, спокойный, системный, тут тоже Ира включается, понятно, что у нас каждый ответственен за свою часть, но при этом каждый из нас может абсолютно спокойно рассказать о части других, если кто-то не присутствует на переговорах. То есть у вас каждый человек должен уметь делать все, в смысле, ну, подменить другого человека. Вот. И это очень классно помогает всегда, потому что если я вижу, что клиент типа Марины, я, ну, передаю ей как бы больше, ну, скажем, как бы это назвать, власть, неправильное слово, ну, полномочий, да, в переговорах, да, я говорю, Мариш, ну, тут рассказывай, Марина, и клиенты, я вижу, что он прям растекается, потому что, допустим, я для кого-то могу быть очень быстро, я в субботу давала интервью, и мне говорит, типа, помедленнее интервьюер, хотя он тоже быстрый, вот, а есть люди, которым, допустим, моя тема более близка, моя энергетика, и тогда я с ними больше часть веду переговоры, поэтому очень хорошо, когда вот у вас есть несколько человек разного темперамента, это вообще офигенно, когда у вас есть люди в команде, которые вас дополняют, вот я, например, вообще человек не операционки наглухо, я плохо делаю операционку, я вообще ее не делаю, короче говоря, вот, но я хороша в чем-то другом, да, и вот важно, чтобы вы себя дополняли теми людьми, которые хороши то, в чем вы плохи. Вот у нас у каждого есть свои какие-то сильные и не очень стороны. Я за то, чтобы развивать сильные стороны. Это не значит, что я не умею делать ничего по операционке. Умею, конечно, но это не моя сильная сторона, соответственно, я развиваю сильную. Ну вот, поэтому вот такая вот штука. Вкратце так, давай дальше, чтобы мы все успели. Здесь я еще хотела сказать, что здорово придерживаться в переговорах принципа Парето 80/20, и давать больше говорить вашему собеседнику, чем вам, потому что исследования показывают, что человек выходит более удовлетворен коммуникацией, если он говорит большую часть времени. Соответственно, если вы дадите вашему... Ну, вообще-то и правильно для переговоров, по крайней мере, с вашей точки зрения, больше узнать про вашего собеседника, то есть это дает вам больше информации для принятия решения. Переговоры есть такое понятие, как бюджет переговоров, это не про деньги, это про то, сколько человек вкладывается в переговоры, я имею в виду в том числе и словесно, да, вот кто был на нашем с Андреем тренинге с Яценко по переговорам, Андрей много говорит про бюджет, потому что чем больше человек вкладывается эмоционально, словесно, энергетически, тем больше шансов, что он начнет с вами сотрудничать, поэтому есть такое даже понятие бюджет переговоров, имеется в виду вклад. Угу. Все. Да. Про экспертность еще хотела сказать. Я уже говорила об этом раньше. Повторю, что очень важно демонстрировать свою экспертность, потому что неважно, говорите ли вы с клиентом или говорите ли вы с кандидатом, скорее всего, вас и ваши предложения будут сравнивать с другими. Поэтому важно выложить, скажем так, козыри на стол и рассказать о, может быть, конкретных кейсах. Иногда для переговоров мы готовим, даже для самых первых переговоров знакомства с клиентом, мы готовим предварительно там несколько профайлов кандидатов, которые мы, ну, если мы знаем, с какой вакансией придет клиент, предварительно готовим профили, показываем мы их и спрашиваем, стали бы вы смотреть такого кандидата или нет, если да, почему, если нет, почему. Ну, то есть для того, чтобы там, максимально четко понять запрос. Мы готовим, как я уже говорила, там, статистику, свои кейсы для того, чтобы показать, что мы разбираемся в своем деле и что если там, собеседник выберет нас, то он не ошибется.
И здорово будет готовить к переговорам какие-то дополнительные плюшки, которые вы можете предложить собеседнику. Ну, в нашем случае это у нас есть там предложения по разным там скидкам, рефералам и так далее. Не знаю. Дополнительные материалы, обзоры зарплат, какие-то полезные материалы, которые интересуют ну, C-level, D-level и фаундеров, да, то есть по взаимодействию с кандидатами. То есть у нас есть целая библиотека материалов, с которой можем поделиться. А плюс то, что Марина сказала, мы высылаем профайлы предварительно. Если у нас есть уже описание вакансии, мы высылаем анонимные профайлы предварительных кандидатов. Это точно так же абсолютно можно делать во внутреннем рекрутменте, потому что, когда есть профайл у человека, ему легче скалиброваться и проще будет принять решение, и вам с ним будет работать гораздо проще. Так, так, двигаемся дальше. Тут Вика немножечко рассказала про то, что как бы очень важно помнить про то, что в переговорах есть информационные потери, и ну, как бы оппонент, собеседник, мы с ним общаемся, скажем, не только словами, но и невербаликой, и это, ну, как бы, это тоже большая часть общения. Поэтому, как бы, проще всего достичь взаимопонимания при личной коммуникации, и вот, как Вика правильно сказала, важно встречаться и налаживать эту коммуникацию, потому что всегда после этого ты лучше понимаешь, там, с кем имеешь дело. По крайней мере, вот мы работаем удаленно, и там пару раз в год встречаемся командой, там, не знаю, в разных локациях. В прошлом году мы встречались в Турции. До этого я полгода, ну, чуть больше работала с командой. И, ну, как бы я работала с девчонками, все было здорово, все было классно, но мы ни разу не виделись. И я могу сказать, что это действительно большая разница, когда, ну, то есть, когда мы повстречались лично, когда мы познакомились, ну, как бы наше общение внутри команды вышло на другой уровень, поэтому это действительно очень важно. Ну, и, соответственно, следующее после личной коммуникации идет видеозвонок, дальше звонок, чаты и на имейл на последнем месте, потому что в имейле вы не считываете, не знаю, не считываете ни там, эмоции собеседника, ни не можете задать дополнительные вопросы, как даже в том же чате, то есть это как бы... У вас есть минимум того, что написано, и это все, что вы можете знать. А на самом деле, и точно так же верно и для другой стороны. Соответственно, чем больше ваш собеседник, точнее, чем меньше ваш собеседник там, видит и слышит, тем больше он додумывает. И поэтому очень важно при каких-то, не знаю, недопонимании, каком-то конфликте сразу выходить на звонок или встречаться лично и решать это лично. Не в email переписке, потому что в email это будет неэффективно. И то, что мы делаем, например, когда там с клиентами возникают какие-то... Ну, в общем, когда мы видим по статистике, что, там, не знаю, например, сроки ответов на кандидатов затягиваются. Или, ну, то есть всегда понятно по общению с клиентом, когда, скажем, привычный темп нарушается и что-то идет не так, мы всегда выходим на звонок в этом случае для того, чтобы понять, ну, как бы, что и как происходит. Все. Чекайте, тут є питання класне від Вероніки в чаті. Коли ви показуєте приклади кандидатів на перемовинах, це рандомні профілі суто для прикладу, чи це реальні кандидати, які в поточний момент готові розглядати пропозиції? Это бывает по-разному. Если у нас есть реальные кандидаты, которые прямо сейчас готовы рассмотреть, это самый как бы предпочтительный для нас вариант, потому что мы сразу говорим, там, смотрите, есть такой кандидат, вы бы такого стали смотреть или нет. Соответственно, если клиент говорит да, то уже, ну, как бы, мы уже ему показали кандидата. Но если нет, как минимум мы получаем от клиента ответ, почему. И на вот таких, на реальных примерах очень часто мы об этом тоже на курсе будем говорить, почему важно вот именно на реальных профилях калиброваться, потому что когда ты просто снимаешь требования, клиент может о чем-то даже не подумать, ну, то есть, что для него это важно. Потому что хочет что-то скрыть, а просто даже, ну, вот, потому что, опять же, то, что я говорила, клиент находится в своем контексте, это важно. И он думает, что все знают, что он знает. Ты бы точно так же думаете, когда находится в своем контексте. Да. Да, Мариша. Вот, поэтому...
В первую очередь мы предлагаем, конечно, профили тех, кто, ну, то есть если у нас есть а-ля горячие кандидаты, которые у нас в процессе, то мы как бы их показываем. Если нет, то мы просто подбираем кандидатов под вакансию клиента, которые, на наш взгляд, подойдут, и мы просто показываем их для того, чтобы понять вот эти вот подводные камни, что клиент еще оценивает, например, что мы не учли. Например, у нас был клиент, который искал... кстати, вот одна из последних закрытых позиций, искал VP of Marketing, и пока мы по конкретному профилю не прошлись, мы бы не узнали, что для клиента важно, чтобы человек до этого работал с компаниями на ранних стадиях их развития, то есть который не пришел в уже там готовую компанию с устроенными процессами, отстроенными бюджетами и типа просто саппортил этот процесс, а важно, чтобы был кандидат, который строил этот сам процесс с нуля. То есть мы это поняли только благодаря тому, что мы показали профиль кандидата, спросили, стал бы ты такого смотреть, и он сказал, нет, этого не стал бы, потому что он работал в такой большой компании, да. Так вопрос по скорости. Мария, давай ответим вопрос на скорость фидбэка по кандидатам. Как мы влияем? Даем просраться. Ругаемся, шучу. Марина расскажет. Ну, у нас есть SLA, то есть мы, как это сказать, подписываем договор, у нас срок ответа на кандидата прописан в договоре. И, соответственно, ну, безусловно, мы напоминаем клиенту и напоминаем до тех пор, пока не получим ответ. Если мы долго не получаем ответ, мы ну, либо созваниваемся, либо эскалируем. Не, ну долго это в течение, ну, то есть у нас написано, да, в течение суток после получения резюме клиент должен дать фидбэк. А иногда с некоторыми клиентами, у которых там сложный долгий процесс, там до трех суток. Вот, мы не ждем точно больше недели, у нас, ну, я, по крайней мере, всегда настаиваю, Марина, да, на добрый полицейский, она это самый за гуд, это я за бэд в команде. Вот, Марина, да, это дает две, ну, не то, что две недели, понятно, что клиенты и так далее, но имеется в виду звонок, она там делает ничего. Неделю очереди. Я всегда за то, чтобы эти вопросы не затягивать. По разным причинам люди могут не давать фидбэк. Вот, поэтому я тут сейчас, ну, не хочу там, знаете, что-то такое рубануть, что как бы да, но в целом мы всегда проговариваем и в начале сотрудничества особенно, почему фидбэк критично важен, и если клиент не дает фидбэк там определенное время, мы просто приостанавливаем вакансию. И мы об этом говорим в начале сотрудничества и говорим в процессе, что в связи с тем, что мы не можем от вас получить фидбэк, мы приостанавливаем вакансию, так как мы договаривались, поэтому, пожалуйста, некоторые после этого раздупляются, некоторые не раздупляются, мы тогда просто прекращаем сотрудничество. Если вы внутренний рекрутер, то я бы тут порекомендовала, Мария, что тоже добавь, эскалировать на вашего менеджера. То есть если у вас, если вы идете к вашему хайринг-менеджеру, для которого вы нанимаете, и он вам не дает ответа, морозится или там вообще, не знаю, как-то себя ведет разным образом, вот, то вы просто идете к своему менеджеру и говорите, смотрите, у меня тут, ну, как бы личная вакансия, от меня требует закрыть такие сроки, без фидбэка этого сделать не могу, пожалуйста, эскалируйте. Но обычно в компаниях, вот, ну, если не получается напрямую, тогда вы идете через своего менеджера. Мариш, ты в Айбере 7 лет работала, расскажи. Ну, я тоже эскалировала через, как это сказать, ну, если нанимающие менеджеры морозились, то, конечно, ну, сразу ты пытаешься вопрос решить с ними. Есть те, которые там говорят тебе, типа, да, сори, я понимаю, что важно, там, у меня на этой неделе, там, не знаю, релиз, я там перегружен, я обязательно всех посмотрю, и он там, не знаю, смотрит, через пару дней это окей. Но если есть такие менеджеры, которые молчат и еще ничего тебе не объясняют, ну, то есть они от тебя как бы требуют и просят многого, а сами, ну, как бы не вкладываются вот так вот, как Вика говорила, в ответ. Ну, здесь я эскалировала как раз-таки на их руководителей и говорила, смотрите, у нас есть критичные вакансии, есть кандидаты, но вот, типа, ответа я не получаю. И тогда они получают люлей от своих непосредственных менеджеров, и после этого откликаются, да. Я просто хочу сказать, Мариш, у нас осталось 30 минут, у нас еще Саша 20 минут, и нам надо еще рассказать про культурный контекст, в общем. Да, я тут как раз-таки делаю оговорку про то, что я хотела рассказать, ну, то есть мы хотели рассказать про то, что, про еще два аспекта, которые очень влияют на итог ваших переговоров. Намеренно сделала я тут несколько слайдов, как бы раскрывающих всю суть. Поэтому я в очень общих чертах пройдусь на вот этих двух вещах. Это культурный контекст и личностный контекст, который тоже может, не может, а который влияет на результат. И для кандидатов это точно так же. Вот сейчас Марина расскажет, и я потом добавлю про кандидатов, в чем разница, когда вы нанимаете в разных странах. Да, Марина,
Да, там есть несколько, да, несколько слайдов по странам, там все подробненько расписано, у вас будет презентация, вы сможете все посмотреть, а мы очень на хай-левеле пройдемся по этим слайдам. Почему культурный контекст важен? Тут многие спорят, что, ну, как бы это очень такое общее, как это сказать, ну, то есть объединять, например, людей по принадлежности к одной культуре, это очень общая штука, и все-таки личностных особенностей больше, чем культурных. На самом деле, я могу, ну, то есть как человек, там, который пожил в разных культурах, могу сказать, что это действительно очень влияет, и это действительно очень отличается. Люди в разных местах, на самом деле, они очень разные, и очень здорово, опять будет реклама книжки Эрин Майер «Карта культурных различий», но она очень здорово описала, и вот мы на своих примерах даже очень со многими вещами столкнулись. Здесь на этом слайде есть критерии, тоже вы в книге про них прочитаете, по каким критериям культурно могут отличаться там, представители разных стран. Это, например, что касается коммуникации, низкий контекст или высокий, то есть при низком контексте люди говорят обо всем буквально, и они очень много проговаривают деталей. Как правило, это свойственно для стран, где очень много, например, эмигрантов, потому что как бы задача языка была объединить людей с разными культурными особенностями, с разным контекстом, поэтому там люди изъясняются максимально буквально, потому что они могут быть неправильно поняты иначе. И, соответственно, страны с высоким контекстом – это более там, закрытые страны, которые там, долго были в изоляции, и признаком вот этого высокого контекста является большое количество омонимов, когда одно слово значит несколько вещей. Вот это вот… И в общении это проявляется тем, что и в собственных переговорах это проявляется тем, что когда ты общаешься с представителем там, страны с высоким контекстом, например, это восточные страны, там, Япония, одна из самых таких стран, вот и Япония, у них очень высокий контекст. Да, они могут говорить очень общо или фразы далекие от того, что они хотят сказать на самом деле. И ты должен очень сильно уметь читать между строк для того, чтобы понять, о чем идет речь. То есть в Америке, скажем, все говорят буквально, в Японии как бы там... Вообще, восточные страны, я сразу тоже еще про одну книжку расскажу. Я, честно говоря, лучшие книги до сих пор не читала по переговорам с восточными странами. Это все, что Япония, Корея, Китай, ну, в общем, вся Юго-Восточная Азия. Она называется «Каменное лицо, черное сердце». Ее написала кореянка, которая бизнес-консультант, и она консультирует западные бизнесы о том, как вести бизнес на Востоке. Это очень крутая книжка, она написана в стиле бизнес-романа, ей уже не знаю, сколько лет, 10 точно, мне кажется, назад я ее прочитала, в общем, давно. Но она вообще не теряет актуальности, потому что это тот самый культурный контекст, про который Марина говорит, почему он очень важен. Я сразу скажу, пока не забыла, что вот часто к нам приходят клиенты, говорят, ой, наймите нам в Португалии, мы знаем, что это бедная страна, и они будут работать тут. Не будут они работать, ребята. И вот это очень важный момент. Объясню. Вот, объясню, например, Португалии не только потому, что я тут нахожусь, а потому что мы хантим в совершенно разных странах, и мы знаем контекст разных стран и как он сказывается на найме. И то, что Марина говорит, что культурный контекст страны определяет культуру работы, культуру найма абсолютно 100% определяет. Например, в Португалии прогрессивная система налогов 51%, ну, если вы там никак не свернете, да, то в целом это 51%. Прогрессивная шкала значит, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь, и они, в принципе, португальцы не амбициозны. Это страна южная, теплая, серферы, и я как человек, который, ну, собственно, вырос в теплом месте Украины, я выросла в Крыму, ну, Крым — это Украина, поэтому пошли нахуй, я имею в виду Русню. Короче говоря, да, поэтому как бы я точно могу сказать, что очень редко в южных теплых странах люди такие действительно прям работящие, упоротые. Вот в Португалии очень любят нанимать бразильцев, потому что один и тот же язык, а бразильцы очень работящие. Это контекст страны. У них плохо с экономикой, так же, как в Аргентине. То есть аргентинцы переезжают в Испанию, бразильцы переезжают в Португалию, и именно они здесь очень работящие. Сами португальцы работать не любят. Первый раз, когда я приехала в Португалию, поразило, что они там 10 дня, уже в 10 утра сидят с винишком на пляже. И это правда, они так живут. Они не напрягают,
развиваются, у них есть минимум денег, которых им хватает на жизнь, дома им в основном достаются по наследству, либо тут для португальцев есть своя шкала аренды, не как для туристов, даже для них даже есть специальные цены в ресторанах для своих. Поэтому, условно говоря, я просто общаюсь с португальцами, они могут прожить на $1000. А если они будут получать, например, вы приходите и говорите, я им предложу $5000, так у него прогрессивная шкала налогов, он все деньги, ну там... просрочные налоги, простите. Вот, поэтому культурный контекст очень сильно определяет. Если вы нанимаете в Германии, например, вот, у меня очень много друзей переехало в Германию, там надо понимать, что немцы, они квадратно-гнездовые. Вот, и, соответственно, уволить вам, ну, то есть очень много жестких правил. Уволить вам человека в Германии будет крайне сложно, просто практически нереально. И везде, во всех странах, где силен профсоюз, уволить проблематично. Поэтому, ну, то есть мы не вместим, конечно, это все в полчаса. Я могу показать, как я своему клиенту рассказывала на веб-саммите по каждой стране контекст. Мы тут, ну, выделили основные контексты, но в целом обращайте внимание, что культура страны 100% определяет культуру найма. Вкратце так. Все. Да, я тоже тогда просто покажу, что мы подготовили такой слайдик про Штаты. Что в Штатах классно, то, что, по крайней мере, тоже Вика подчеркивает каждый раз, это то, что очень быстро принимается решение, мы поэтому очень любим со Штатами. И работать. Очень важно в Штатах, сразу скажу, основное – managing expectations, то есть managing ожидания. А для американцев очень важно, чтобы вы им писали статус-апдейт. Если вы прочитали письмо, но не можете ответить на него, напишите. Прочитал письмо, отвечу завтра, вкратце. То есть вот очень-очень важно давать статус-апдейт. Я сама на этом когда-то погорела давно и с тех пор даю статус-апдейт. Все, давай дальше. Так, есть у нас немножечко про Израиль. Хай бог не будет. Основное, что хотела сказать про Израиль, это то, что израильтяне очень прямо критикуют. И прямо вам на встрече могут сказать, как бы, очень конкретно, в чем вы не правы, но это не грубость, просто, как бы, у них такой стиль, они все говорят очень прямо в глаза, это прям такие straightforward люди, поэтому, если вы думаете... Нидерландцы тоже, кстати, то есть не воспринимайте... О, да. Нидерландцы тоже такие очень, да. Угу. Это да, у нас даже был такой прошлый лендлорд, мы не могли понять, типа, что не так, оказалось это, да, такая национальная черта, я тоже про Нидерланды тут собрала. Про Турцию, что тоже важно, я думаю, что Вика тоже поддержит, чуть-чуть остановиться на этом, что важно в общении с восточными странами и с Турцией в частности, это учитывать то, что у них очень ярко выраженная иерархия. Да, просто. И если, например, вы, скажем, будете нанимать какую-то позицию высокую, там, C-level, D-level, где очень важно общаться с генеральным директором либо фаундером, убедитесь в том, что у вас будет доступ... прямой с ним коммуникацию, потому что доступ к телу получить очень сложно, и, скорее всего, вас максимально будут от него ограничивать, и это будет затык в вашей, то есть в вашем процессе найма, потому что большой босс это такой, Правда, большой босс, очень иерархичная структура, да, будет очень тяжело получить фидбэк, а люди, которые находятся под этим большим боссом и которые по договоренности должны вам давать фидбэк, могут его не давать, потому что они боятся потерять место, и у них, в принципе, не принята прямая коммуникация, у них не принято говорить прямо. То есть, работая с турками, я жила в Турции 3 месяца вот этим летом, и мне было любопытно пожить там с точки зрения посмотреть на культуру, вот, и они все очень иерархичны и очень все аккуратно вот так вот, выясняют отношения, нельзя с ними так поругаться, вот просто они очень переживают за вот эти взаимоотношения и будут пытаться по-всячески вам сказать так, чтобы вас не обидеть и, или что-то скрыть, например, если надо скрыть. Все. Угу. Еще чуть-чуть остановлюсь на Японии. Тоже когда... общались когда-то с основателем Viber про то, как, когда Rakuten купил Viber и какая там культура в Японии, он рассказывал про то, что вот в Японии, чтобы влиться вот в коллектив, когда ты там приезжаешь в командировку, тебе неделю надо пить со всеми, и только после этого у вас начнутся нормальные рабочие отношения. Это свойственно для культур, где
отношения строятся, то есть доверие строится на основе отношений, а не на основе выполненных задач. То есть mm-hmm. где-то, как в Америке, например. В Америке на основе выполненных задач, а в Японии и во всей Юго-Восточной Азии, а в Японии надо пить, а в Китае надо есть, много есть. Я бы столько не съела, поэтому с китайцами не работаю. Зато китайская кухня очень вкусная. Это здорово. Хорошо. Вот, то есть тут это тоже на самом деле важно, то есть вот для таких стран, где доверие строится на основе отношений, очень важны вот эти корпоративные мероприятия, очень важны тимбилдинги, то есть вот эта часть, которую вам как бы нельзя пропускать, если у вас есть возможность там где-то на какую-то личную встречу сходить или на ужин, то это вот для если таких стран это очень важно. Если у вас есть возможность с японцами, пейте с японцами, если кратко, да, это важно для них. Да, я тоже два раза была в Японии и могу бесконечно о ней рассказывать, вот, но, в общем, ладно, как это, расскажу как-нибудь на отдельном вебинаре. Хорошо, давай дальше. Еще одна часть, на которой мы хотели остановиться, это личностный контекст. Здесь делаю отсылку к типологии поведения по диску. Опять же, не моя цель образовать вас и рассказать, что такое диск. Я думаю, вы и так все знаете про типы личностей, которые бывают, чем они друг от друга отличаются. То, что я хотела сказать, ну, здесь вот есть небольшие, скажем, такие признаки, факторы, которые можно, скажем, на встрече уже приблизительно прикинуть, если ты не пользуешься там специальным тестом оценки или специальным приложением. Приблизительно можно прикинуть, к какому типу личности по диску относится ваш собеседник и, соответственно, подстроить свою коммуникацию под него, и чтобы он лучше тебя понял. То есть во многих корпорациях проводятся специальные тренинги, которые определяют, кто вы по типологии диска и как вам коммуницировать с представителями других типологий. Но цель рассказать не про это, а про то, что есть несколько замечательных предложений. Например, одно из них — Crystal. Я очень, это мой самый нелюбимый слайд, но цель его была в контенте, не в как бы красоте. Я хотела рассказать про приложение Crystal. Там есть бесплатная функция, которая тоже анализирует профили, в том числе в LinkedIn. Это вам здорово поможет при общении, особенно с native speakers, с носителями языка, потому что там приложение оценивает более точно, поскольку человек, который, ну, носитель языка, описывает свой профиль, и по этому профилю более точно можно определить, к какому типу относится. Тем не менее, тут вот есть два таких столбца. Я проанализировала профили двух наших клиентов, с которыми мы вели переговоры с помощью Crystal, вот Google Chrome расширения. И вообще оно попало один в один для каждого из этих профилей. Во-первых, сам extension дает вам как бы руководство небольшой, guidance, что стоит делать, а чего не стоит делать, показывает, к какому типу личности относится ваш собеседник. Помимо этого, Викуль, я уж не обессудь на твоем профиле протестировала, там есть такая функция даже для самого базового профиля. Можно протестировать свое письмо, и приложение подсвечивает вам фразы, которые, например, я здесь сделала принтскрин, но вы, когда будете пользоваться, увидите, что когда ты наводишь курсор мыши на эту фразу, то приложение тебе подсказывает: не пиши так, а, например, ты можешь заменить для этого человека другой фразой, и это суперудобно. То есть то, что, как бы, на что мы хотели обратить внимание, это то, что эти вещи тоже важно учитывать, и это может быть на какую-то там, не знаю, на 10% или на 5% может изменить ход вашей коммуникации, ваших переговоров, но это тоже важно. То есть это то, что тоже в подготовке было бы здорово использовать. А сейчас я передам слово Саше, и я хотела представить Сашу на основе нашего последнего кейса. Вот мы его публиковали на нашей страничке VP-Team на прошлой неделе. У нас был один клиент, который пришел к нам с двумя вакансиями. Он там искал одного фронта, одного бэка, тоже такой стартап. Мы как бы Сашу с ними связали в работе. В итоге клиент закрыл 6 позиций с нами только благодаря тому, что Саша работала над этими вакансиями. То есть это как бы ничье вмешательство, кроме самого рекрутера, который вел эти позиции. Поэтому предоставляю слово рекрутеру, который, собственно, расскажет, каким волшебным образом у нее все это получилось, как она построила так коммуникацию, чтобы все так здорово вышло.
Всім доброго вечора. Рада вас вітати, шановне співтовариство, шановні учасники. Дивіться, трошки, тому що в нас вже з часом стає брак. Я швиденечко пройду по головним критеріям, які я для себе визначила сьогодні для нашого знайомства. Такий трошки гумору, тому що в рекрутерів 70% то комунікація в щоденному досвіді, в щоденному функціоналі. І від того, як побудовані перемовини, як побудована стратегія комунікації рекрутера з кожним клієнтом чи з кожним кандидатом, є вплив на той результат, який рекрутер отримує. Що стосовно впливу, на що впливає комунікація рекрутера? На оптимізацію тих метрик, які ми рахуємо, наприклад, time to fill та time to hire. На підвищення деяких метрик, наприклад, offer acceptance rate чи зниження cost per hire. Це прямий вплив. Також комунікація, класна комунікація, класно відбудована стратегія, вона впливає на candidate experience, так, та на задоволеність кандидата від всього процесу. На трошечки на слайдах пізніше я покажу, як воно впливає у фідбеку від кандидата. Це один з останніх фідбеків нашої взаємодії і пропрацьованого пайплайну з нашої комунікації. І також головний момент для нас, як для агенції, для внутрішнього рекрутера, є робота з брендом роботодавця, і гарно вибудована стратегія комунікаційна дозволяє покращувати бренд роботодавця на постійній основі. На цей, як воно в нас побудовано? Ми завжди працюємо з того, починаємо працювати з того, що шукаємо головний запит у клієнта. Ну, в нас так, як ми агенція, ми шукаємо головний запит у клієнта, але і у внутрішнього рекрутера це також важливий момент. Чому нам потрібно це чітке розуміння? Тому що з цього випливає той результат, який ми хочемо, який клієнт хоче отримати, і як ми до цього можемо прийти. Головна мета нашої взаємодії. Наприклад, на останньому нашому кейсі, ось той, про який казала Марина, клієнт прийшов до нас взагалі з запитом на закриття двох middle позицій спочатку. Як воно було. Потім, коли ми пропрацювали, проговорили всі деталі, ми визначили всі умови, які в них є, з чого вони зараз починають наймати розробників, чому саме Україна. Ми будуємо ту стратегію, як ми будемо презентувати цього клієнта тим кандидатам, які в нас будуть в пайплані. І для нас важливим є то, що ми кожній людині, кожному розробнику, кожному кандидату презентуємо клієнта максимально прозоро. Це один з головних моментів, на якому я хотіла би зупинитися. Це прозорість тієї інформації, яку ви надаєте. Для того, щоб її отримати, потрібно пропрацювати всі, зробити підготовчий етап, пропрацювати всі умови та обставини, які впливають наразі на вашу ситуацію рекрутингу. Тому що може бути найм, наприклад, через місяць, це ідеальна картинка, так, рекрутингу для кожного рекрутера. Але щоденно буває так, що найм на позавчора був потрібен. Яка умова відкриття цієї вакансії? Чи то вже палаючий лонч продукту, чи вже стомившийся лід і потрібно щось з цим робити? Так, чи зламана структура в команді в результаті, наприклад, звільнення ключової людини, ключового співробітника чи розробника, чи планове розширення команди. Це важливий момент. Ми збираємо це на підготовчому етапі. Потім, якщо в нас є питання, ми їх уточнюємо. Чому важливо також визначати, що впливає на всі перемовини наші,
на нашу комунікаційну стратегію впливає дуже багато факторів, як індивідуальних, особистісних, так і професійних, так і ситуація в цілому. Також важливим моментом є досвід хайринга у особи, яка буде приймати рішення. Тому що в нас на практиці буває таке, що люди не мають цього досвіду, вони стають, вони зростають за по кар'єрній по кар'єрних сходинках, вони займають позиції лідові, і вони вчаться разом із нами отримувати цей досвід найму та хайрингу. І дуже важливо на етапі комунікації допомогти побудувати правильну стратегію, наприклад, співбесіди, надати розуміння ринку клієнту чи особі, яка буде вести співбесіду, стратегію, як можна провести співбесіду, якщо є питання. Тому що буває таке, що нові ліди, умовно нові ліди, ті, які тільки займають цю позицію вперше, вони ідеалізують трошечки ринок, вони ідеалізують співбесіду кандидатів, але потім, щоб не було цих розбитих очікувань, ми цей процес пробудовуємо, проходимо з кожним конкретним клієнтом, тому що це буде впливати на нашу результативність. Далі ми працюємо над нашою стратегією презентації клієнту, власне, бренду роботодавця, так? І ми маємо можливість впливати, а ми є провідниками та операторами цього комунікаційного процесу. Тому ми повинні бути завжди на зв'язку. І це важливий поєнт нашого успіху, успіху наших оферів, як з клієнтської сторони, так і з кандидатської сторони. Тому що, ось, наприклад, із останнього кейсу, кандидат, ми наймали кандидата, він отримав офер на початку жовтня, але так як я проговорювала на співбесіді, що в нас дві позиції відкриті, я обновила вакансію наприкінці жовтня, і кандидат в шоці приходить дуже в розстроєних чувствах і каже, це, мабуть, мені на заміну потрібна людина і щось з моїм офером. І так як в мене були дуже класні побудовані комунікаційні стосунки із ним на протязі всього періоду від початку спілкування першого знайомства до ось вже оферу і після оферу ми з ним спілкувалися, мені вдалося трошечки там, це було вже на початку 10-ї вечора, мені вдалося трошечки всі ці емоції вгамувати, пояснити, як воно є, чому це, чому вакансія відкрита. І ось, Марина, можна трошечки слайд там, де фідбеки від кандидата, ще трошечки. Ось, можна бачити на прикладі того, що за результатом кандидат, яке враження отримав від спілкування, від процесу, від опису вакансії, тому що прозорість нашої роботи, вона також і вашої роботи, роботи рекрутера, вона може бути досягнута на першому етапі через класний опис вакансії. Це то, чому дівчата також будуть вчити на тренінгу. І на цьому фідбеку ми можемо бачити, що іноді бувають всякі гепи зі сторони рекрутерів, наприклад, так? І дуже важливо, щоб кожен діалог, кожна комунікація, вона була логічно завершена. Як ми цього досягаємо? Ми досягаємо це за рахунок того, що ми не залишаємо меседжі без відповіді, ні клієнтські, ні кандидатські. Це дуже важливо, тому що коли завершується кожна комунікація, кожен діалог, ми можемо визначити деякі поєнти, наприклад, там, коли я повернусь, чи чого кандидату очікувати, чи чого очікувати клієнту. І це формує враження від наших стосунків, це формує наш результат. Тому що якщо людина, яка не має, ну,
якщо людина не запам'ятала, наприклад, так, мене як рекрутера, тому що там бувають багато спілкувань, багато співбесід, повернувшись до нашого чатику, наприклад, в Телеграмі, кандидат завжди може відбудувати весь процес і всі стосунки, які в нас були на протязі нашого спілкування, так, на яких поінтах ми закінчили, на якому етапі ми знаходимося. Тому це дуже важливо не покидати, наприклад, кандидата, там, прочитати його меседж і не відповісти, про що раніше казала Марина з Вікою, що потрібно завершувати всю комунікацію, всі діалоги на правильних поєнтах, на тому, що може очікувати, що далі. Тому що кандидат, якому не відповідаємо, ми як рекрутери, так, наприклад, прочли його меседж і не відповіли, він може подумати, а що далі, що ми робимо далі, а буде чи ще щось, чи взагалі не цікаво, не буду туди повертатись, піду шукати далі різні пропозиції. І так, як ринок, наразі він трошечки змінився, але все ж одно це ринок кандидата наразі, не ринок компанії як компанії і пропозиції, як було колись. Тому ми боремося за кандидатів, ми завжди звертаємо їх увагу на ключові моменти нашої взаємодії, коли він може очікувати від нас фідбек, який це буде фідбек, які стадії в нас співбесіди, що буде далі, коли він може очікувати, наприклад, на офер. Всі ці деталі в процесі дуже важливо мати ще на початку спілкування з особою, яка приймає рішення, наприклад, там, чи з тим лідом, чи з клієнтом, для того, щоб сформувати правильну стратегію комунікації з кожним учасником цього процесу. Також то враження, яке ви залишите, воно безпосереднім чином вплине на бренд-роботодавця, на сприйняття кандидата і подальші стосунки компанії і кандидата, а також на успішність цих стосунків. Тому, якщо резюмувати, щоб багато часу не займати, хотілося б сказати, що бренд роботодавця, він напряму залежить від першого знайомства і від того, як рекрутер себе інтродюсить не тільки на співбесіді, але й в процесі подальшої комунікації, дачі фідбеків, побажань, наприклад, там банально навіть бувають такі ситуації, коли кандидати там жалуються на те, що рекрутери навіть не здороваються, наприклад, так, не бажають доброго дня чи якось не завершують комунікацію, тому це також важливо. Кожен діалог, кожну комунікацію треба кастомізувати та персоналізувати. Я розумію, що наразі за часів автоматизації багато можна автоматизувати, але якщо ми хочемо досягнути класного candidate experience, так, і класного фідбеку, і класного результату, то все одно нам потрібно трошки персоналізувати, можливо, десь зробити комунікацію дружньою, трошечки дружньою для того, щоб настроїти класний фідбек особистісний, так, від кандидата. Також це важливо і для клієнта, тому що завдяки тому, що клієнти переходять від стадії просто подачі заявки, наприклад, там на пошук конкретного кандидата чи фахівця, комунікація переходить на більш такий дружній рівень. Це дозволяє нам отримувати більше інформації від очікувань клієнта, які болі він хоче вирішити за допомогою там найму цього кандидата. Можливо, у разі там війни, яка в нас наразі є в Україні, ми можемо взагалі мати додаткові ресурси для того, щоб покращити та більш зробити кастомізованою комунікацію нашу. Також треба тримати процес комунікації завжди на позитивній ноті, і це дуже важливо, тому що я розумію, що не завжди можна, наприклад, там бути там в класному настрої чи з класними емоціями йти до кожної людини, але треба завжди розуміти, що той меседж, який ти несеш в своїх словах, в своєму підході, він дуже впливає на той результат, який ти отримуєш наприкінці.
Це трошечки про те, що я хотіла сказати, щоб не забирати багато дуже часу. Марин, в мене все. Дякую, Сашуні. Я просто від тебе хочу додати. Я бачила всю комунікацію Саші з клієнтом в чаті, в телеграм-чаті ми обычно заводимо. Ну, кому як удобно, кому-то удобно, в общем, в Slack'і, кому-то в телеграмі, ми робимо, як удобно клієнту. І Саша завжди відповідала на питання чітко, прозрачно, максимально швидко і коректно, навіть якщо це було після 8 вечора. Я не про те, що вам треба проработати, як би це просто... Саша у нас любить, як і я, працювати завжди. Вот. Но в цілому, да, головне відповідати, ну, як би, розвернуто, щоб клиенту было понятно, ну, или там вашему, там, то, с кем вы общаетесь, кандидату, клиенту, важно, тому человеку, с которым общаетесь, должно быть понятно и максимально быстро, как вы можете, и неформально, не бла-бла, там, что-то, какую-то отписку, а конкретику, вот, поэтому, конечно, клиент, ну, очень доволен, он хочет с нами продолжать закрывать дальше, и все, вообще, все хорошее в вашей жизни и все плохое в вашей жизни случается благодаря или вопреки коммуникации. Коммуникация — это вообще ключевой момент. Хорошо общаетесь — жизнь заебись. Плохо общаетесь — жизнь... Все просто. У нас есть несколько конкретных вопросов. Да, несколько конкретных вопросов, да. Значит, что вы даете в информацию про структуру рынка? Мария, что-то тебе больше вопрос. Про структуру рынка. Что мы, когда к нам приходит клиент, и мы знаем, какую позицию и где он будет искать, то мы делаем анализ рынка. Для одного из наших клиентов мы делали как раз-таки подробный анализ. Он пришел к нам и сказал, я хочу найти специалиста на таком стеке в Португалии, хочу нанять и открывать там офис. То есть нанимать местных. Либо перевозить украинцев. Мы, соответственно, как бы идем на ряд ресурсов, это LinkedIn и другие платформы, где тусуются кандидаты, и мы смотрим, сколько там вообще, какая емкость рынка, сколько там специалистов есть таких. Дальше, ну, то есть мы приблизительно из нашей аналитики понимаем, какой пайплайн, то есть сколько кандидатов у нас должно быть в процессе для того, чтобы закрыть одну позицию. И мы смотрим, что по этой, например, технологии для того, чтобы закрыть одну позицию, у нас должно быть по 1000 кандидатов. Мы видим, что примерно чуть больше 1000 кандидатов с исковым уровнем там, знаний нужных языков программирования на рынке есть. Соответственно, для того, чтобы нанять там типа отдел из 5 человек, ну, это, наверное, скажем, будет вопрос, насколько это реально. Если это релокация из Украины, то мы, соответственно, смотрим, выпускники каких вузов чаще всего работают на этих позициях, смотрим, где, в каких компаниях, в каких странах работают выпускники этих вузов, и, соответственно, мы можем сказать, что там топ-4 локации для релокейта из этого, ну, для потенциальных кандидатов, которые могут заполнить эту позицию, это, например, там, не знаю, Штаты, Англия, Германия и, не знаю, Сингапур. Португалии в списке нет, соответственно, шансы закрыть, ну, позицию через релокейт тоже меньше. Опять, учитывая ситуацию войны, что мужчин не выпускают, ну, то есть это тоже все влияет. В любом случае, любая аналитика, ну, вы понимаете, это гипотезы, которые там вы можете проверить, либо не проверить на практике, но ее делать важно, потому что, особенно когда это, она основывается на вашей практике, то есть когда вы знаете конкретную аналитику по позиции, там, когда вы знаете конкретные цифры, то есть это всегда вам поможет избежать каких-то узких моментов вот, и в вашей будущей работе. Поэтому для клиентов с конкретными запросами мы делаем такую вот конкретную аналитику рынков и смотрим, что мы можем им дать. Да, и там еще есть несколько вопросов. Мариш, давай, да. Тут фоллоуап вопрос по рынку. Чи берете гроші за аналитику по рынку, яку запитує клиент? Ну, если клиент приходит с запросом сделать ему аналитику, то это услуга. Если клиент просит, приходит с запросом закрыть вакансию, а для того, чтобы это сделать, мы даем ему аналитику, то, конечно, нет. Да, но и опять же, да, аналитика может быть разного объема, понимаете, если клиенту там нужна такая аналитика, на которую надо потратить месяц, то понятно, что это отдельная услуга, да, если это быстрая аналитика. Мы вообще даем все бесплатно, что можем дать бесплатно, поэтому все могли продавать, но много даем бесплатно. Хорошо, еще был вопрос, у нас, конечно, совсем осталось мало времени, но значит, если у нас... Так, два вопроса, давайте так. Первый, что вы делаете с кандидатом, который выторговывает офер?
тут может и Саша, и Марина ответить. Выторговывают, а что... Ну, имеется в виду, что он хочет, он ходит по собеседованиям, чтобы получить больше денег, если я правильно поняла, да, Юля? Вот, тут вопрос. Ну, когда кандидаты ходят по собеседованиям, просят больше денег просто потому, что хотят прийти с оффером в свою компанию. Ну, на мой взгляд, важно просто, как это сказать, на первом общении выяснять у кандидата мотивацию и конкретно там, как бы, почему он ищет работу, какую работу он ищет, по каким критериям он выбирает. Только так вы сможете понять, это действительно интерес, ну, то есть... Да, либо торговаться, да. Да, либо торговаться. Но из этого вытекает, естественно, мы кандидатов собеседуем. Это не просто переписка в чате, у нас созвон, обязательное собеседование на английском, все как, ну... Это не просто там мы переписывались и отправили клиенту. Нет, конечно. Поэтому, да, ну, Марина или Саша может рассказать там кратко о структуре собеседования. На самом деле, ребят, правда, очень трудно все впихнуть, все, что вы хотите сказать, в полтора часа. Поэтому, ну, мы вас ждем на курсе 23 ноября, который стартует. Там будет все максимально в деталях. Мы ответим вообще на все ваши вопросы, вообще на все даже, которые у вас еще не возникли. Да, потому что мы каждый... Мы в прошлом году делали курсы, в этом году, понятно, мы его апдейтили с помощью всех, ну, скажем, новых штук, с которыми мы выучили или столкнулись за год. То есть у нас вся информация практичная, все пропущено через боль, кровь. Натяніше, це не тільки, чекай, натяніше в курсі, це домашка, це взагалі моє улюблене. А, домашка, можна, да. Можна приходити тільки на розбори, а все решта... Ой, да. У нас буде домашка обов'язково, да, будемо проверяти домашку, розбирати домашку кожного, давати совети непосредственно кожному чоловіку. У нас, да, розбори домашку по об'явленням кандидата, по письмам кандидата, да, ну там написано на курсі, в описании курса все есть. Да, то есть у нас прям такие будут, как это сказать, практически one-to-one встречи, вот, со всеми участниками. Да, и еще последний вопрос, как мы ставимся до переписки с кандидатами с выкрасанием мемов, а как вы думаете? Я просто как это, королева мемов, да, меня называют, вот, у меня в сторис сплошные мемы, и на меня очень многие, знаете еще, в чем прикол? Как бы люди... приходят к вам вообще не обязательно всегда только с профессиональной какой-то точки зрения. К нам пришло до хрена клиентов, потому что им нравится мои мемы. Поэтому, как бы, поэтому тоже. Главное, чтобы вы постили то, что вам самим отзывается. Вот серьезно. Вот. Чтобы не было вот этого сухого формального. Я себе пощу все, что Бог на душу положит. Вот. И это у кого-то откликается, а кого-то я дико бешу. Ну окей, это его право, я же не прошу там со мной работать. Все. Мне нравятся клиенты, с которыми мне прикольно тоже. Поэтому у вас с клиентами должно совпадать не только профессиональное, ну, скажем так, взаимоотношение, но и другие важные для меня вещи, для вас вещи, например, как чувство юмора. Для меня важно, чтобы клиент был не нудный. Вот, и не задрачивал, короче, всякой фигней. Вот. Аня, у Ани вопрос, давай. Да. Так, я тут скажу, как вы понимаете сразу, Ирина, питание, что кандидат, который проходит у вас интервью, просто делает это ради контр-оффер? Таких у меня десятки. Какими вопросами вы это проверяете? Ну, Саш, ты можешь сказать, не знаю, я эти вещи видны. Зараз. Так, даю тобі анмьют. Дякую. Дякую за анмьют. Насправді, ну, в нас таких начебто тільки для того, щоб перевірити, там, зібрати інформацію для контрофру, не буває багато. В нас кандидати, майже всі, там, 95% кандидатів, які отримують офер, саме той кандидат, який отримує офер і який йде, він приймає його. Що ми питаємо, зі скількома компаніями наразі ви ведете переговори? А що там цікавого? Ну, наприклад, так, що цікавого є в тих пропозиціях? Якщо ви будете приймати офер, на які критерії ви будете спиратися в першу чергу, так? Що для вас буде принципово важливим? Це те, що дасть нам розуміння для того, ну, наскільки кандидат може прийняти наш офер, які пропозиції в нього на ринку наразі є, на що він буде спиратися при тому, коли буде приймати офер. Багато питань, але вся комунікація в нас не дуже структурована інтерв'ю, наприклад, ну, маю на увазі там жорстка структура якась. Ми завжди в співбесіді виходимо з ситуації комунікації. І тому це такий ємний образ того, що яка в нас з кандидатом далі буде стратегія взаємодії. Це, мабуть, те, що точно ми питаємо.
Угу. На самом деле, когда человеку задаешь конкретные вопросы, и он начинает увиливать, тут-то надо насторожиться. У нас, правда, ну, у нас очень мало кандидатов, которые как бы приходят. Во-первых, кандидаты не любят тратить свое время. Это важно понимать. Честно, не знаю, у меня даже в моей практике было мало кандидатов, которые приходили после торговаться, потому что каждое собеседование – это время. Именно поэтому мы вас призываем, ну, общаться с кандидатами максимально, ну, честно, прозрачно и по делу, да, в смысле давать им полезную информацию, чтобы они, ну, тоже не тратили свое время, а тратили его с пользой и удовольствием. И очень критично важно, чтобы человек получал удовольствие от общения с вами. Критично важно, потому что когда люди получают удовольствие от общения с вами, они с вами эмоционально engage'ятся и остаются с вами навсегда, на годы. Мне пишут люди, которых я собеседовала в 11-м году, в 11-м, 10-м, в 7-м, блин, понимаете, вот. То есть вы один раз пришлите кандидата, и он вас помнит, серьезно. Дякую вам, дуже всем, дуже дякую. Да, у нас еще есть вопрос на Ане, мы можем ответить. Аня, задайте, кто ручку поднял. Угу. Да, там есть с рукой. Да. Чекайте, я когось пропустила. Ага, бачу. А кто на неё? Так, Анна, будь ласка. Да. Попросила за анмьютитися. Якщо випадково, пропускайте. Якщо ні, будемо... Аня, Анна Н. Бачу. Поки що Анна не анмьютиться, тому може задати запитання ще з чату. На якій стадії знайомства з клієнтом підписувати угоду з ним для старту співпраці, тобто пошуку кандидатів? Ну, ми відповіли на цей вопрос, ми підписуємо після діпдайва. Діпдайв – це коли ми обсудили все по вакансії. То есть, когда мы обсудили все моменты, мы понимаем, что мы хотим закрывать эту вакансию, можем, есть capacity и так далее. Мы после этого подписываем не сразу. Угу, добре, тут ще було питання відносно знання англійської. Чи курс для міжнародного рекрутингу, чи англійська тут важливо? Ну, мы будем вести курс на украинском, русском языках. Английский в каком плане? Будет ли курс на английском? Нет, пока на английском не будет. Или имеется в виду, как нанимать на рынках других, как нанимать на англоязычных рынках, рассказывать будем, как нанимать на рынках Южной Америки, в разных странах Европы, про это все будем рассказывать. Да. Супер. Дякую дуже. Я бачу, що ми вже по часу пропрацювали годину 40. Я вам дуже вдячна, Саша, Марина, Віка. Як завжди, чекаємо вас на курсі 23 листопада. Стартуємо і завершимо ще до всіх свят. Дякую дуже команді VP-Team за активну громадську позицію, за те, що донатите, і з цього курсу так само 30% від всіх оплат ми направимо на благодійність, тому продовжуємо вчитися і ще із користю для країни. Я дуже вам вдячна, всіх обіймаю, всі працюйте до перемоги, бо так, ми того варті. Ми переможемо. Можна хвилинку? Давай. Хвилинку. Тут просто, Анечка, ты заговорила про пользу и про, как это сказать, про донаты, и я тут хотела небольшой рекламный анонс. Мы собираем спильную скриню материалов по рекрутингу, все деньги, ну, то есть мы собираем эти материалы и даем доступ к нашей библиотеке рекрутинговых материалов за донат. Любой донат от 500 гривен, 100% денег идут на ЗСУ, 100. Здесь увидите ссылочку, номер карточки, на вот этом последнем слайде список материалов, которые нам уже удалось собрать, там есть по рекрутменту, по HR, кое-что для жизни, есть шаблоны описания C-level позиций. Донатите, пишите нашей замечательной Танюше за доступом, она дает вам доступ, и как бы вместе приближаем победу. Да. Дякую за те, що ви робите. Бачила там прокачати українську. Дякую. Абже ж, звісно, так я качаю. Мені ну, просто зараз вже ще, бачите, от мені трудно розмовляти. Ну, особливо, коли треба думати паралельно. Коли я, ну, я міду щось там соображати. Але я намагаюся, я займаюся українською. Так, ссылочки в чат, кому писати, о чому писати. На курси ми по нас є сайт peoplefirst.club, курси, а донатах в презентації ми скинемо і скинемо всю інформацію, буде в PDF-ці. Але можна так, Марина, якщо в тебе десь під рукою посилання є. Зараз я копірую. І Віка багато писала в себе на Фейсбуці теж про це, тому можна ще забігти до Віки. Так, про курс, хорошо. Так. Бачу, трошки, угу, так.
Я вже скинула в загальне. Дякую дуже, всіх обіймаю, всім так, спокійного дуже. Вечора і так. Продовжуємо працювати до перемоги. Всім па-па. Дуже дякуємо.